Привет, народ! Если ваш аквариум нуждается в обогреве, а вы любитель хороших и надежных вещей, то это видео как раз для вас. А также оно подойдет всем тем, кто хочет сделать свой обогрев аквариума более надежным и усовершенствованным. В общем, друзья, сегодня будем обозревать вот такой вот обогреватель от компании Aquaelle. Если тема интересна, то, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее и давайте смотреть. И вот это тот самый безопасный вариант обогрева аквариума. Такой вот, видите, у нас обогреватель, такая коробочка, если быть точнее. Тут, конечно же, все рассказано. Видите, что к чему. 2 года гарантии. Даже есть разные буквы. Тут даже вроде есть и русские. Но, конечно, вот по-русски написано. Я думаю, что такой обогреватель понравится всем. Это реально то, что надо. Вот, кстати, он подходит от 90 до 150 литров аквариума. Температуру от 20 до 33 держит. И что еще могу сказать, друзья? Вот это рекомендации производителя. Но он также может и в меньшем объеме работать, вот этот обогреватель. Давайте его вскроем, посмотрим, покажу вам красотень-то эту. Так. Уже много достал, осталось вот достать присосочки, держатель и инструкцию. Все, достата. Инструкцию, думаю, друзья, каждый сам может прочитать. Тут есть, конечно, тоже и рисуночки, и буковки. Но на этом сейчас останавливаться не будем. Мы приступим лучше, показываю, рассказываю об этом обогревателе. Вот такой держатель. Такие тут присосочки. Вот они вставляются. И надо проворачивать. Оп. Ну, замочек получается. Вставили. Провернули. Теперь присосочка отсюда никуда не выйдет. Ну, вот же наш красавчик. Акваэлевский. 150 ватт. Видите? Бомба. Наша бомба, друзья. Посмотрите. Красотень. Пока не забыл, скажу, что этот обогреватель автоматически отключается при понижении уровня воды. То есть, если вы сливаете воду в аквариуме, подменяете и забыли выключить обогреватель, вот он сам автоматически выключится и не будет перегреваться. Еще его явным преимуществом есть то, что он не бьющийся. Вот если стеклянный обогреватель вы уроните, то ему будет хана. Ну, в аквариуме бывает, они падают, бьются, и все. Дальнейшее использование его невозможно. Вот с этим такого не бывает. Этот парень очень надежный. И давайте же я его сейчас включу и установим в аквариум. Вернее, наоборот. Я его установлю и включим. Устанавливается он довольно-таки просто. Вот они. Вот так вот присосочки прислонили. Все, оно держится уже. А теперь помещаем обогреватель вот в это крепление. И вот так вот он чудно смотрится. Он мне нравится как внешне, так и по своей функциональности. И сейчас перейдем к функциональности. Для того, чтобы лучше вам продемонстрировать возможности этого обогревателя, я его просто вот решил подержать на переднем стекле в руках. Как мы видим, сейчас вот мигает 25. Вот в аквариуме сейчас температура 25. А видите, вот следующая кнопочка, вот это 26. И вот выставленная температура на 26. Но если я возьму вот эту центральную кнопочку, начну нажимать, смотрите, что происходит. Видите, 27 градусов выставлено.
и видели, такая полосочка по кругу побежала из светодиода. Это сигнализирует о том, что заданная температура была сохранена. Вот если я дальше нажму, то будет 28, 29, 30. Видите, уже как бы много, типа вот 30, много уже красненький. 31 вот красненький. 32, 33, так вообще, видите, красненький. Вот показывает о том, что заданная температура сохранена, и вот это максимально. И мы нажимаем еще разочек, и видите, у нас 21 градус выставлен, и синеньким. Вот это сигнализирует о том, что холодно, и показывает, что 25. И таким образом мы просто выставляем нужную нам температуру, и обогреватель сам будет нагревать ее, сам следить за всем. В общем, очень круто, очень удобно. И что самое классное, что он имеет 2 года гарантии, он не бьется, и у него очень точно выставлена настройка температуры. Вот эти все параметры, которые у этого обогревателя, выводят его для меня, ну, самые-самые лучшие. Я не знаю, друзья, вот есть ли у вас какие-то обогреватели, которые лучше вот этого акваэлевского обогревателя. Напишите об этом. Также напишите, кто использует подобные обогреватели, насколько ими довольны, по сколько лет они у вас работают. Я думаю, для новичков будет интересно почитать вот срок службы этих обогревателей. Ведь реально они работают чуть ли не вечность. Они вот как созданы. И потом пашут, сами выключаются, сами включаются. Ну, то есть, просто обогреватели бомба. Также забыл добавить, друзья, что обогреватели лучше устанавливать возле выхода с фильтра, либо возле распылителя, для того, чтобы температуру он мог корректно держать. Будет омывание этого обогревателя, и тем самым вода будет перемешиваться в аквариуме и будет четко держаться заданная температура. Ну вот, друзья, мы посмотрели на этот чудесный обогреватель, который реально вообще подойдет очень четко начинающим, да и профессионалам, тем, кто заботится о надежности и безопасности своего аквариума. Я очень хочу почитать ваши комментарии с вашим мнением и отзывами об этом обогревателе. Лично мне он очень зашел, это реально надежная штука. Вот хочу теперь узнать, что думаете вы. Ну а если, конечно же, считаете, что это хороший, крутой обогреватель, конечно же, пальчики вверх. Кто не подписан, подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. Желаю всех благ, успехов и до новых встреч, новых видео. Пока-пока.